Привіт всім, як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – світ під пензелем художника. А саме художника Антона Федорченко, який у нас сьогодні в студії. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Очень-очень-очень рада вас видеть в нашей студии. Давненько вы у нас не были. Очень приятно окунаться в ваше творчество, такое легкое, с налетом некой грусти, но одновременно несущее радость. И, насколько я знаю, вы только что вернулись из Италии. И, как я сказала нашим телезрителям, мир под кистью художника. Антон, итак, Италия. Италия – это благословенный край, который вдохновляет и художников, и поэтов, и писателей, и вдохновляет вообще людей на жизнь. На что вас вдохновила Италия, будьте добры? Меня всегда вдохновляла и вдохновляет Италия на новые свершения в своем творчестве, на поиск новых идей, на завершение старых идей. И, конечно, на шлифовку своего мастерства, потому что, когда знакомишься с мастерами, классическими мастерами итальянского возрождения и вообще с итальянской школой живописи 18-19 веков, ты понимаешь, что даже носить имя художник нужно еще заслужить. Нужно еще заслужить. Это, на мой взгляд, очень большая оценка таланта, когда человеку говорят художник, мастер. Не было ни у Микеланджело, ни у Леонардо, ни у Рафаэля никаких званий. Они были просто художники. Просто художники. И художник, им этого было достаточно. Сказано все, да? Да. Итак, где вы были? С какими шедеврами вы познакомились, которые вас вдохновили на создание собственных шедевров? Ну, вот, например, вы были в Вероне. Что есть Верона? Ну, кроме того, что там Верона это, Ромео и Джульетта жили. Это вообще город романтики. Это город созерцания, романтики и... я бы так сказал, поэтической вдохновленности. Если, допустим, перейти к Флоренции, это, конечно же, самое главное, это шедевр Брунеллески. Это Санта Мария дель Фьоре, это купол этого собора, который вообще поражает, и ты не можешь понять, как человек мог это создать. И на протяжении 500 лет этот купол ни разу не реставрировался. Он не нуждался в реставрации. Его создали один раз и на века. И навсегда, да? Да. И вся Италия – это сплошная культура, эстетика и искусство во всем. А, конечно, когда попадаешь в такие города, как Флоренция, это, то есть это как вот сердце. Ну и Рим сердце, и Венеция сердце. То есть невозможно так определить, что есть в культурном плане сердце Италии. Но Флоренция дала миру очень много в плане искусства и культуры. Антон, вы знаете, в ваших глазах отражается еще итальянское небо, и вот эти шедевры, на которые вы смотрели там, которые вы впитывали, они отражаются в ваших глазах. И если телезрители внимательно приглядитесь в глаза нашего сегодняшнего гостя, художника Антона Федорченко, вы увидите там итальянские фрески, которые Антон готов и воплотить в жизнь, но через призму уже нашего, вот нашей жизни. Да, Антон? Вот вы напитались этим духом, вы сюда приехали, и вы как человек, который живет здесь, но который творит в любых условиях, готов воплощать в жизнь то, что он увидел и то, что он задумал. Или ничего не задумали, просто восхищались, а потом и вот приехали такой восхищенный и думаете, ну что ж, ничего не буду ни писать, ничего не буду делать. Поломаю кисточки и выброшу их. Нет, конечно же,
есть и вдохновение, и творческие мысли. То есть без этого художнику вообще нельзя, независимо от того, был он в Италии или нет. То есть как художник может без вдохновения вообще прожить? Вдохновение приходит, на мой взгляд, к художнику тогда, когда он понимает, что он нужен зрителю. И когда он чувствует контакт, мастер-зритель, художник-зритель, художник-выставка. Когда ты понимаешь, что ты работаешь не просто ради себя любимого, а когда ты нужен людям. К сожалению, так получается, что когда ты находишься там, в Италии, ты понимаешь, что художник там нужен и всеми любим. Ну да, сложно себе представить Италию без художника. Да, и в том числе и современные художники. И те художники, которые в данный момент да. только еще учатся и мечтают стать художниками, они уже знают, что они будут нужны. А у нас, увы, получается все иначе. То есть вы приехали на родину, огляделись вокруг и поняли, что художники на родине не нужны? Подожди, ну вы у нас национальное достояние. Я? Ну и вы в вашем лице, сегодня мы говорим с художниками, а как же без художников? Без художников нельзя. Нельзя. Но главное, чтобы народ это понимал, что нельзя без художников. Ну, я думаю, что народ это понимает, что без художников нельзя. Главное, чтобы и вообще понимали власть придержащие, правда? А как без искусства? А власть придержащие – это тоже народ. Это тот же это народ, тоже который народ. Ага. Ну, в принципе, да, принимает это решение, нужен им художник или нет. Угу. То есть вы как-то немножечко загрустили, потому что, ну, может быть, сейчас просто, знаете как, зима. Да, а начнется весна, даст Бог, зазвенят капели. И проснутся все осенние спячки. Я стараюсь, чтобы у меня в душе всегда была весна. Даже если многим кажется, что я пессимист, я все равно остаюсь оптимистом. И без весны в душе творить невозможно. Невозможно. А знаете что? Давайте сейчас посмотрим ваши картины. У нас есть ваши картины, которые я бы хотела предложить нашим телезрителям. И наш режиссер Вадим Кирчев сейчас готов предложить вам, дорогие телезрители, картины Антона Федорченко. Ну, конечно, там должна быть весна, да, Антон? А вообще давайте посмотрим, что там есть. Давайте. Ну вот, посмотрите, телезрители. Море, это мое море. Да, любимое Антон, море. Антон, ну вы вообще очень такой морской, не айвазовский, но вы очень любите морскую стихию. Вот здесь... Историческую картину тоже люблю, это Наполеон. Конечно, мы узнаем. А это вот. Наш знаменитый актер Николаевский Пасечник. Женский портрет. Это идут галерея портретов, которые очень сложно писать. Вот снова Суворов, мы возвращаемся. Да, в историю. Я люблю историческую картину, Суворов, но это взятие Очакова. Да, Николай Антонович Кравченко. Да, мой друг. Вот посмотрите, телезрители, и снова морские стихии. Да, снова Крым морской. Боже, как красиво. Это уголок нашего Николаева, всеми известный. Да, это на Садовой снова женский снова портрет. Да, женский портрет. Актер театра Лазовенко Сергей. Ведь вы создали галерею, портретную галерею художников. Да. Вот уже и... Это под Одессой на Днестре был пейзаж. Это творческая работа «Серенада утренней звезды». А это яхт-клуб. Снова да, уголок Николаева. Вот видите, Антон, как... Это Херсонес. Красиво, да, называется Херсонес. Херсонес православный. И снова море, снова и море, снова чайки. Снова шторм. Это под Одессой шторм. Боже мой. Просите буря, он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Иногда хочется похулиганить, и такие портреты у меня тоже есть. Это вот и парус. Баллада Николаеве наша. Острова Березань легендарный. Какие это, красивые да, вот у вас женщины. Хочется иногда сделать что-нибудь так, эдакое. Ну, конечно, а куда же без женщин? Когда-то я работал в «Модерне», это работа из прошлых. Тоже историческая работа.
Ну вот мы посмотрели картины нашего гостя Антона Федорченко. Я думаю, телезрители, что вы прониклись этим духом. Антон, вот каждый художник пишет в какой-то своей манере. Кому-то свойственна одна манера, например, резкая, порывистая. Другому свойственны неторопливость и раздумье. Что свойственно вам? Ну вот судя по картинам, я думаю, что телезрители заметили, что очень разноплановые картины. Это прекрасно. Я стремлюсь к тому и приветствую, когда художник, ну вообще не только художник, мастер, и стремится к тому, чтобы быть разноплановым и интересным, и не застаиваться на одном месте. Когда художник выбрал для себя что-то одно и всю жизнь двигается только в этом направлении. И, то есть может боится, может не хочет делать никаких подвижек ни во что другое. На мой взгляд, это неправильно. У меня академическая школа. Я очень люблю свою академию киевскую, национальную, в которой я отучился. Основные творческие навыки я, конечно же, получил от своего отца, профессионального художника. Но, работая в студии со своим отцом, я видел, что он стремится быть разноплановым. И все это замечали. И когда он с легкостью мог написать пейзаж, сложный, академический, с проработкой, с лессировками, с деталями, а на следующий день и взять и написать этюд, на который нужно полчаса времени, легкий, быстрый, передающий состояние, вот это мастерство. И когда человек, приходя на выставку, зритель говорил, что и это работа Федорченко, и это работа Федорченко, ему не верилось, что один Владимир что Иванович работы, может создать, да? И то. Вот это очень дорого стоит. Это мастерство большое. Я пока что стремлюсь к этому, к тому, чтобы быть разноплановым, интересным. Художник должен быть интересным. Без этого нельзя. Антон, но сегодня очень много разных направлений современность предлагает зрителям. И бывает, что такие направления, что просто диву даешься. Ну, какие-то там, например, три точки, и уже это некая философия. Или там четыре угла, и тоже что-то там обозначает, и телезрители, но все мысли о вас, о ком же еще. И зритель должен думать, расшифровывать вот эти чего хотел сказать. Да, художник. Что хотел сказать художник. Как вы полагаете, в картинах, конечно, в картинах каждого художника присутствует тайна. Тайна или ребус? Вот вы к чему склоняетесь больше? Конечно, тайна должна присутствовать, но такая, чтобы хотя бы сам художник мог объяснить зрителю эту тайну. А если художник не в состоянии объяснить тайну изображения зрителю, то в этом изображении и нет ничего. Это ложь. Да, это ложь и актерство. То есть вы полагаете, что можно даже не обязательно лгать языком, а можно лгать и кистью? Конечно, да. И все художники лгут. Все художники лгут. Невозможно жить в мире искусства, не солгав. Все художники лгут. Хотелось бы выяснить, лгут в чем? Лгут в том, что этот мир показывают лучше, чем он есть? В чем-то да, в чем-то играют на чувствах зрителя, показывают зрителю то, что он хочет увидеть, то, что близко художнику, и то, что хочет увидеть зритель. И зритель, когда видит это, то есть он понимает, что художник добился своего.
А художник, может быть, на там 10% солгал в этой работе. И, на мой взгляд, это правильно. Это искусство. Искусство лгать или искусство писать картины? Искусство так соврать в картине, чтобы зритель был уверен, что это правда. Какой у вас интересный подход к творчеству художника, Антон? Правда, телезрители? Видите, какой у нас очень интересный и своеобразный гость, художник Антон Федорченко. Антон, вы знаете, дело в том, что как бы там ни было, что, может быть, вот вы говорите, что в Италии художники нужны, здесь они не нужны, но как бы там ни было, все-таки художники все равно нужны, что бы там ни было, какие бы времена ни были. Искусство не может не быть нужно, потому что в противном случае тогда прекращается и жизнь, потому что, ну, даже достойно жить – это тоже искусство, правда? И вот вы знаете, сегодня как те дети, которые подрастают, каждый из нас, конечно же, ну, во всяком случае, большинство, я уверена, в детстве рисовали. Правда, телезрители рисовали? Рисовали, конечно, но не все становятся художниками. А художниками становятся лишь те, которые понимают, что не быть художником он не может. Вот вы сказали, что очень важно художнику чувствовать связь со зрителем, связь с теми, кто смотрит его картины. Но есть же люди, которые даже без связи, они понимают, что ну, либо он пишет картины, либо он пишет, либо нет. Очень много зависит от критики. Когда молодой человек чувствует в себе потенциал, азарт, в плане творчества азарт очень важен. Очень важен. Когда ты молод, уверен в своих силах, и у тебя грандиозные планы, ну, творческие, я имею в виду, и тебе кажется, что ты силен, и можешь создать шедевр любой, но тебе не хватает мастерства. Но люди, которые несут критику, они не понимают, что молодому художнику просто не хватает мастерства. И они, ну, с другой стороны, они прекрасно это понимают, когда уподобляются критике и обрубают крылья молодому художнику. Ну, может, То есть вы даже это как полагаете, защита. вы полагаете, что даже критики или неуместная критика, или злая критика, она может даже и поломать карьеру начинающему Запросто, художнику? запросто. И я знаю этому множество примеров. И когда человек ранимый и ощущает на себе давление критики и прислушивается к каждому критическому замечанию. А когда ты знакомишься с его работами там, ну, через 10-20 лет, ты понимаешь, что вот этот тупик, он прислушался в какой-то момент к этим замечаниям, а не прислушался к своему сердцу. И был талантливый мастер, а стал, увы. Дорогие художники, никогда, ни за что на свете не слушайте критику. Прислушивайтесь лучше к своему сердцу. Оно вас не обманет. И к мудрым советам. Да, и к... Совет и критика – это разные вещи, Ну да, это, конечно, разные вещи. да? Тем более, если совет говорится с любовью, и не для того, чтобы человека убить, а для того, чтобы просто помочь ему подняться на следующую ступеньку. Когда узнаешь, как Микеланджело критиковал Леонардо, и как узнаешь, когда, то есть, великие, могущественные личности в истории искусства общались друг с другом, ты понимаешь, что они имели на это право говорить друг другу зачастую нелицеприятные вещи и критиковать друг друга, и давать неприятные советы. Но говорили на ушко, да? Нет, Нет? нет. Иногда и на А, то есть площади обличали во даже? Флоренции, когда Микеланджело создал своего Давида, шедевр,
и сам определил место, где должен стоять Давид мраморный. И он прекрасно себе отдавал отчет, что это шедевр. И абсолютно не страдал стеснением в этом плане. А Леонардо входил в совет по, ну, как, куда на самом деле должен, где должен стоять этот монумент. Определить на самом деле, где он должен стоять. И Леонардо решил, что этот памятник, ну, эту скульптуру нужно поставить совершенно в другое место. Ну, грубо говоря, за угол, за колонну, за шкаф. В общем, ну, площадь большая, конечно, найдется место всем. Но почему-то Леонардо решил поставить именно вот так, чтобы меньше было зрителей. Не будем судить, почему он вынес такое решение. Но Микеланджело нашел в себе силы и сказал Леонардо все, что он думает по этому поводу. И что Леонардо? И Давид остался стоять там, где решил мастер. Ну, то есть Микеланджело отстоял свою точку зрения и был прав. Да, и он в открытую говорил, что он не приемлет никакой критики вообще. Угу. Вот так вот. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, отстаивайте свою точку зрения, несмотря ни на что. Это относится не только к художникам, а ко всем. Даже если эта точка зрения неправильная, все равно ее надо отстаивать. Какая разница? Да, Антон? Да. Антон, а будьте добры, вот если бы сегодня вам предложили возглавить школу для начинающих художников, в первую очередь, на что бы вы акцентировали, на чем бы вы акцентировали внимание и на что бы вы настраивали своих маленьких учеников? Я, дело в том, что не возглавляю, это может быть мечты, но я преподаю в колледже искусств, и у меня прекрасные студенты. Я очень ценю и люблю талант, и когда вижу искру в глазах студента, или стараюсь зажечь эту искру своим творчеством, на той же самой лекции, то есть не читать сухо предмет анатомии, я пластическую анатомию преподаю, и архитектуру, а сделать предмет интересным, максимально интересным, чтобы человек прослушал лекцию не так, чтобы постараться побыстрее убежать домой, а чтобы ему захотелось прийти на следующую. И я не знаю, пусть студенты скажут, удается мне это или нет, но студенты у меня прекрасные, я курс свой люблю, и когда ругают молодежь и говорят, что молодежь некачественная, это заблуждение. Конечно. Это заблуждение. Потому что я так стараюсь воспитывать и сына своего, и тех студентов, с которыми работаю, что, может быть, они станут, ну, постараются стать той маленькой, миниатюрной прослойкой культурной элиты в будущем. То есть вы даже готовите не столько художника, вы хотите видеть в ваших студентах личности и не только как художников, но как всесторонние личности, которая эстетически развита, да, всем. Да, воспитана. И я, ну, пришел к такому выводу, что творческая профессия подразумевает под собой некую грань свободы. Это когда человек выбирает творческую профессию, он, может быть, не задумываясь, когда еще он молод, выбирает свободу. И вот надо этого держаться всю жизнь. Если ты уже выбрал профессию художника, актера, скульптора, модельера, дизайнера, наслаждайся этой свободой. Цени эту свободу, что ты в ответе только перед Богом за то, что ты создаешь.
А скажите, пожалуйста, Антон, могут ли художники изменить мир? Ведь если чем больше светлых картин, вот говорят, что мысль, она материальна. И я думаю, что и творчество, оно носит тоже материальный элемент, потому что чем больше светлых, хороших картин, наверное, тем лучше мир, или нет? Конечно, художник, мастер должен стремиться к тому, чтобы своим творчеством рождать позитивные идеи у зрителя, чтобы не просыпалось желание создать что-то плохое и там у человека, который пришел посмотреть на творение, на произведение. Ну, в какой мере мне это удается, это судить, Конечно, да, судить не мне, телезрителям. Но это я думаю, что вам телезрителям. это удается. Дорогие телезрители, сегодня мы с вами встречались и смотрели картины, любовались картинами нашего гостя, художника Антона Федорченко. И я думаю, что глядя на его картины, мир становится лучшим. Правда. Нужно смотреть, видеть и знать, что мир лучше. Це була розмова на тему. На все добре. Thank you.